Здравствуйте. Рад приветствовать вас на канале Компьютерной Академии ШАГ. Сегодня хочу вам вкратце немножко рассказать о двух графических клиентах для ИТА. И не только ИТА. Начнем. Не будем терять времени. Расскажу сегодня о клиенте, который называется ИТКракен, и о клиенте, который называется Source 3. Начну с клиента ИТКракен. Это графический клиент, который кроссплатформенный, подходит и как для Windows, Mac, так и для Linux. Он бесплатен. Есть, конечно, ограничения по бесплатному использованию, но об этом не сейчас. Клиент довольно легко скачивается, устанавливается. Вот как он выглядит. Сейчас здесь открыт репозиторий. На одном и том же репозитории покажу другой клиент, Source 3. Что здесь у нас с вами есть? Есть возможность просмотра локального репозитория, удаленного репозитория. Возможность просмотра pull-реквестов, какие созданы. Подключение разных всевозможных досок. Ну, еще некоторые дополнительные всякие модули. Здесь есть кнопочки вверху, которые позволяют делать некоторые действия в рамках ИТА. И когда по дереву, скажем так, коммитов вы будете передвигаться, кликая на каждый коммит, вы будете видеть информацию о том, кто сделал, сколько файлов смодифицировал, какие файлы, и кликав по файлу, вы будете получать его те изменения, которые были произведены в рамках этого коммита. Вот, кстати, есть номер коммита короткий, его можно, если что, копировать. Ну, довольно все просто и удобно, на самом деле. Есть возможность использования, что называется, контекстного меню, правая кнопка мыши, и, пожалуйста, здесь большое количество всевозможных действий можно делать. К сожалению, интерфейс не русский, не русифицирован, он только на английском. Но разработчикам английский нужно знать прям как свой родной язык. Далее. Если хотите создать новый какой-то репозиторий или подключить что-то еще, можно через New Tab. И здесь есть возможности разные. То есть вообще новую вкладочку, которая позволяет не только добавлять новые репозитории, но и открывать свою собственную доску с карточками или открывать таймлайнс. Плюс здесь есть список последних открытых репозиторий, возможности настройки, ну довольно много чего интересного. Есть интеграция с разными сервисами, то есть можно создавать сразу репозиторий на том же GitHub, GitLab, Bitbucket и Azure DevOps. То есть вы его создаете как бы все локально, он туда автоматически попадает. Есть возможность клонирования, причем клонирование как просто по URL, так и если вы привязали свою учетную запись GitHub к ИТКракен, можно выбирать репозитории из тех, которые у вас вам доступны. То же самое касается Bitbucket, GitLab и так далее. То есть, если есть привязка, то все можно выбирать. Плюс можно сделать именно инициализацию и опять же выбирать либо локально, либо, например, на GitHub. Выбирайте, в какой аккаунт, в какую организацию. Вариантов создания море. Плюс дефолтное имя, точнее имя бранчи по дефолту, которое будет, какой-нибудь дефолтный gitignore, который вы хотите, шаблон точнее, и лицензию. То есть все как и на самом GitHub, если захотите это делать. Что еще здесь есть интересного? Это то, как отображаются ветви, как показано слияние, что и как. Плюс здесь юзерпиками показывается, если у вас есть юзерпик, да, то показывается тот, который там на удаленном. В последнем, в
Trackhead, да, вам будет показываться, если показывается ваш юзерпик и значок компьютера, значит у вас версия актуальна и локально, и удаленная. Ну, еще здесь можно посмотреть некоторые другие вещи, там либо масштаб изменить, либо фидбэк, либо посмотреть, что именно за версия у вас, какая версия и так далее. Меню, пожалуйста, если мы зайдем сюда в Preference, настройки, мы можем здесь указывать кучу разных настроек. Подробнее, если будет интересно, пишите в комментариях, расскажу тогда дополнительно. Сюда можно привязывать свои профайлы, то есть создавать разные, которые там у вас будут как-то интегрированы, да, которые вы будете использовать. Возможность есть подключение с SSH, интеграция с разными сервисами. Вот оно. Кстати, можно интегрироваться с Trello, если кому это интересно, или с Jira. Всевозможные уведомления, как должны показываться, кастомизация, темная тема в моде, да. Какой будет у вас редактор, какой размер шрифта, сколько символов пробела для таба, как, что является переносом строки и так далее. Есть возможность создания сразу подключения GitFlow, пожалуйста, то есть здесь можно, кстати, заменить, давайте сразу заменю на main, и инициализировать GitFlow. Шаблоны коммитов можно указывать, LFS, issue tracker, кто будет являться, вот тут смотрите, какое большое разнообразие issue трекеров, да, то есть тех же самых досок и так далее. Это если вкратце посмотреть на то, как выглядит Git Kraken. Давайте посмотрим на то, как выглядит Source 3. Source 3 это продукт компании Atlassian, он бесплатен. Есть версия для Windows и для Mac. Для Linux что-то я версию не находил, если честно. Здесь сайт уже чуть более там порекламней, да, больше всякой информации. Ну, скачивается также довольно легко и ставится. Что здесь сразу бросается в глаза из Source 3? Это русификация. То есть здесь есть русификация, конечно, не все русифицировано, но по большей части хотя бы разобраться можно. Единственный момент, здесь не совсем бывает легко понять, какая ветка какая, то есть какая локальная, какая удаленная. Ну, это уже дело привычки. Менюшка немножко отличается, тут есть возможности разных инструментов использования. С репозиторием, также, если кому интересно, можно использовать GitFlow. Тут создать запрос на слияние. Довольно много чего интересного можно сделать. Тот же самый, да, внешний вид дерева изменений, коммитов, да, немножко отличается. Хотя, кому как. Да. Также можно видеть, кто автор коммита. И когда вы кликаете на какой-то коммит, у вас показываются файлики. Информация более подробная о коммите и также показывает сразу изменения. То есть не надо именно на файл кликать. Ну вот, давайте, видите, то есть он сразу показывает, какой файл как был изменен, да. Какие данные были удалены, что осталось, что было добавлено и так далее. Вот есть, кстати, внешние ветки, Origin, но они находятся чуть ниже меток. Почему-то разнесено. Здесь можно выбрать, как сейчас выглядит текущее состояние файлов. То есть, если что-то есть на комментарии, пожалуйста, здесь это есть. Можно вот history, да, search позволяет вам что-то искать. Окей. Здесь можно сразу же, есть кнопки запуска терминала. Интересно, запустится? Нет, не хочет. Давайте посмотрим, что есть в настройках. Настройки именно репозитория. То есть, видите, он позволяет нам добавить внешние репозитории. В принципе, сюда можно добавлять их несколько. В дополнительно вы можете посмотреть, какой файлик является gitignore, где он лежит. Какие-то глобальные настройки, если хотите. Ссылки в тексте коммитов, если необходимо, и так далее. Давайте посмотрим, что есть в настройках именно самого Source 3, да, какие они выглядят
интерфейс настроек совсем по-другому. Тема, кстати, тоже темная. Пожалуйста, вот в общих можно выбирать две темы, темную или светлую. Здесь это информация о пользователе, куча разных других настроек, обновления, какие используются инструменты внутренние для сравнения, например, с гитом информация какая, да. Кстати, здесь же поддерживается в SourceTree Mercurial. Это вот один из немногих, кто его продолжает поддерживать. Хотя, если брать тот же сайт Bitbucket, который также является частью Atlassian, там уже Mercurial не поддерживается. Возможности вот аутентификации, то есть какие учетные записи. Можно идентифицировать тут какие-то сохраненные пароли, да, GitHub, Bitbucket, GitHub for Visual Studio. И настройки подключения к сети, если они необходимы. Вот. Собственно говоря, это вот был такой краткий обзор двух графических клиентов Git и, получается, один Mercurial. Если будет более интересно про каждый из них подробнее что-то узнать, пишите в комментариях. Будет вам видео про каждый клиент более подробно.